Средневековье – это время турниров, как рыцарских, так и поэтических. Принц Карл Орлеанский, например, очень любил устраивать поэтические турниры в своем замке Блуа. Этот Карл вообще был призанятнейшей личностью. Во-первых, он был весьма известный поэт своего времени. Во-вторых, точно так же, как и Вийон, он пристрастился к стихам в неволе, в тюрьме. Он 25 лет провел в тюрьме англичан, там и начал писать. Это именно Карл Орлеанский придумал писать валентинки, стишки, любовные стишки на День Святого Валентина друг друга. Эти стишки мы сейчас в великом множестве видим на открытии.